Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Какая-то козявка наломала кукурузы, вон, штук 15, по-моему, я выломала. Еще есть уже раз отварила, это второй, ну еще на раза два будет. Так что очень хорошо, что есть кукуруза, мы все любим. Сейчас наломаю, вернее почищу, отварю. Считай, целая кастрюля, как угадала, все так хорошо уложилось. Ну, как это тоже подспорье, так сказать, к хозяйству. А это еще одна польза с початком кукурузы. Кукурузные рыльца. Вот я немного насобирала, насушу. Может, когда-то добавлю в чай. Оно является желчегонным, разжижает желчь. Мочегонный эффект есть, также восстанавливает водный баланс, и еще как кровоостанавливающий, в общем, снимает воспаление с мочевого пузыря, с почек. В общем, неплохая, даже не знаю, это же не травка, столбики кукурузных рыльцев. Ну, в общем, насобирала чуть-чуть. И буду сейчас еще готовить свой любимый завтрак. Один из моих любимых завтраков. Это лаваш. Я люблю лаваш. Я здесь вот сделала творог с укропчиком и морская соль с паприкой. И все сейчас заверну и подсушу. И буду завтракать. Мой завтрак. 55 грамм лаваша. 60 грамм творога 5%. Там я его перемешала с укропчиком. И это морская соль с паприкой. Вот. И чашка вот такая большая кофе с молоком. 225 калорий завтрак составляет. Всем приятного аппетита, кто завтракает. И мне тоже. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Выползла я со своей берлоги. Жарко. Это иду потихоньку в тенечке, автобуса еще нет. Иду на фитнес. Потому что домашний фитнес мне не нравится. Ну и не только на фитнес. Надо кое-что купить. Я уже говорила, надо перец красный купить. Хочу доделать еще соус с этих салычи. Такие вот дела. В общем, иду потихонечку, не спеша. Это так редко бывает. Я всегда куда-то бегу. А это иду по чуть-чуть. В общем, приду, покажу свой фитнес. Зашла, чтобы никому не мешать. Я оттренировалась. Еще покажу зал. Хотела сказать, что сегодня были контрольные замеры. И я вам их покажу. Чтобы не было вопросов, что у меня неправильные весы. Все, я оттренировалась. Два круга. Достаточно. Сегодня с гантелями. Мокрая вся. Хорошо. Хочу вам показать. Так, чтобы вы посмотрели, что это я, Кулинко Вита, что это никто другой. И вот мои данные. Значит, ну самое тут главное, ну рост написано 170, но я, наверное, подросла. Последний раз, когда меня мерили, было 171 уже. Вытянулась чуть-чуть. Значит, объем талии был 79 два месяца назад, сейчас 78. Объем живота 103, сейчас 102. Объем бедер 108-107. Но это, в принципе, я стою на месте. Это смотря кто как измеряет, где-то сантиметр туже, сантиметр чуть-чуть попустили. Это не так важно. Просто я стою на месте. Это хороший результат, потому что я так и хочу. Вот вес у меня два месяца назад было 82-400, сейчас 81-600. Вот. И самое важное, что уходит висцеральный жир. Он внизу было 9 килограмм, стало 8. В общем, вот такие у меня показатели на сегодняшний день. Это в фитнес-зале. Нас измеряют каждый месяц. Ну, я прошлый месяц, вы знаете, я на море была, поэтому я не измерялась. Поэтому тут получилось, что 02-06, а теперь аж 04-08. Ну, такие у меня. Кому интересно, можете остановить и посмотреть внимательней. Приехала на рынок. Сейчас пойду куплю перец красный для соуса.
До автобуса у меня еще 50 минут, поэтому еще хочу творог посмотреть домашний. Ну и хочу зайти все-таки, может, померяю себе платье. А, еще ж цикорий. Ой-ой-ой, цикорий не забыться. В общем, такие у меня планы на эти 50 минут. Сегодня среда, базарный день, ну, людей так. Ну, уже сейчас дня. Не, 12, цена на час и на автобус. Еще люди должны были бы выйти. Арбузы по 5 уже здесь. Дыни по 8. Картошка по 7. Синие 8,90. Капуста 7,60. 5 гривен качан капусты. Ой, господи, кукурузы. Персики 37,90. Ежевика 1 килограмм. 40 гривен. А, 5,80 арбузы. Бананы 25. Куплю себе еще грибочка. Такие цены. 27,90. Мелкие 33,90. Такие 23. Я покупаю за 25,90. Но я люблю такие, чтобы были крупноватые. Вот такие вот. Ну что, попала я наконец-то сюда в примерочную платье. Ну что-то мне оно как широко. Может, если пояс, то я даже и не знаю. Мне надо пояс, так красиво. Какая-то я... Давай я сдаюсь, может. Вот так вообще. Давай поменяемся местами. Потому что так сильно. Мне кажется, оно широковато. Нет, ну это же модель такая идеальная. Модель сейчас такая, да. Видишь? Хорошо, ну все, давай посмотрим дальше, что там. Так, как вам такая рубашка? Ну тут надо под эти, под лосины у меня белые есть. Ну, сейчас прибавлю чуть-чуть. Не знаю, мне кажется. А может быть, вам дать вот это сильнее? Я на руки, топченый, да? Как вам? Ну, как вам такое платье? Ну, это не платье, это рубашка под лосины. Черное есть черное, все скрывает. Все скрывает. Забыла снять. Беру вот такую кофточку. Вот. Хоть она и просвечивает, но ничего. Вот она вот такая, видно. Да с какие наши годы. Будем ходить модные и красивые. Ну что, как вам пастушок? Гляньте, зашел в чужой двор и пасет гусей. У нас травы нету, ну у нас, конечно, такой нету. Ну, да, здесь вкуснее. Да, здесь вкуснее. Вот хозяин разрешил пасти гусей у него во дворе. И вот у нас наши гусики пасутся. А пастушок, как положено, с палочкой, с музыкой. В общем, это его такое хобби, пасти гусей. Да. Ну, такой обед у меня 2 часа дня. Буду обедать рагу 450 грамм, 50 грамм филе и 2 початка кукурузы, 2 качана. Есть там и в приложении по 35 калорий в початках и по 50, но я взяла по 35. Я думаю, что по 50 там нет. В общем, мой обед составляет 500 калорий. А если брать, то будет и больше. Ну, в общем, вот такой обед. 500 калорий у меня сегодня. Ну, все, сварила уже я соус. Вот этот со сливой, это вчерашний. Но тут больше сливы, меньше перца. А это вот перевернутый сегодняшний. Даже видно, отличается. Потому что этот и темнее, там больше сливы здесь. А тут перца красного больше добавила, цвет немножко другой. Ну и тот вкусный. Что я хотела сказать.
спрашивают рецепт. Ну, рецепт тут единственное, что на литр вот этой протертой сливы идет 1 столовая ложка уксуса и 2 столовые ложки растительного масла. И 4 крупных болгарских перца красных и 1 небольшая головка чеснока. Все остальное это полет фантазии. Сахар. У меня слива кислая была, есть же слива слаже, кислее, у меня кислая, я сахара добавила много. По рецепту 1 ложка, но у меня, наверное, пошло больше 4 ложек. Ну, 4 это точно. Вот. И также, ну, соль по вкусу, и также и специи. Значит, кто любит острее, больше красного перца, меньше. Этот раз я еще немножко добавила корицы, мне нравится такой чуть-чуть присмак, и кориандр. Ну, в общем, на вкус и цвет товарища нету. Единственное, что неизменно, это 2 ложки на 1 литр протертой сливы, 2 ложки растительного масла, ложка уксуса, 4 перца болгарских крупных и некрупная головка чеснока. Все остальное по вкусу. Соль, сахар, специи, все по вкусу. Кто как что любит. Сейчас еще сделаю баночки 3 варенья. Сын захотел еще и джем со сливой этой. Сейчас еще поставила варить, еще осталось. Сейчас 5:30. Только закончила вот эту вот батарею, так, которая говорила, что закрывать ничего не будет. Еще варенье сварила. Вон сколько получается, 3,5 литра и 8 баночек соуса вот этого. В общем, доем я свое банановое мороженое, тут 170 грамм. И осталось от творога 160 грамм. Мороженое точно съем, потому что тут получается на 440 калорий. А за целый день 1340. Ну, в описании я напишу подробнее. Может и многовато, потому что я потом еще 2 качана кукурузы съела. В общем, как-то я много что-то у меня получается. А может и немного. Посмотрю. В общем, если сильно буду хотеть кушать, то творог съем. Если не сильно, то есть его не буду. Ну, а так за целый день 1340 калорий. Так закончился мой день. Всем спасибо, кто посмотрел. Прощаюсь с вами до завтра. До свидания.